Качество дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проверяют эксперты Института Росдорнии. В Вологодской области они проведут исследования на 4 магистралях. Во вторник пробы дорожного полотна были взяты на отрезке Апучково-Янгасарь в Вологодском районе. В течение недели специалисты будут их подробно исследовать, проверять физико-механические свойства и другие важные параметры. В итоге будет выдано заключение о том, насколько уложенная смесь соответствует стандартам. Сейчас в нашем регионе работает специальная дорожная лаборатория научного института, которая отбирает пробы, будет их в дальнейшем проводить лабораторные испытания этих проб. И если будут какие-то замечания, будут выдаваться необходимые предписания подрядной организации для того, чтобы эти замечания исправить. Всего на территории региона у нас только по национальному проекту будет отремонтировано более 300 километров дорог, как муниципальных, так и региональных. И сумма финансирования, которая для этого выделена, 4,6 миллиарда рублей. Суммы огромные, естественно, для того, чтобы сделать качественные ремонты, необходим строгий контроль. Контроль осуществляется как самим подрядчиком, то есть он делает пробы для себя и в своей лаборатории проводит испытания, организации, которая является заказчиком выполнения работ. И также у нас есть внешние контролеры, которые приезжают к нам и, соответственно, отбирают уже свои пробы. В настоящий момент к нам приехал внешний контролер, который эти пробы отбирает и делает свою независимую оценку качества. Мы отбирали керны из устроенного асфальтобетонного покрытия. Керны отбираются для определения основных физико-механических свойств асфальтобетона. Это и коэффициент уплотнения, и водонасыщение, и количество вяжущего. Ну, целый ряд показателей, которые испытываются в лабораторных условиях. Мы отберем керны, заберем их с собой в лабораторию. Сейчас оформим акт отбора, а дальше коллеги из нашей центральной лаборатории их испытают и выдадут заключение, насколько смесь, уложенная в готовый конструктив, соответствует требованиям нормативной документации.